300 тысяч, в принципе, могут и украсть. Абсолютно безопасных компьютерных систем, программ не бывает. Никакого желания возмещать вот эти вот потери в результате недостаточной защищенности кошельков клиентов, ну, насколько я знаю, Банк России особо не собирался. Что будет дальше, если произойдет взлом или хищение средств, то руководители банка говорили, что это вызовет... Если произойдет перехват такого управления, то по большому счету они могут делать все, что угодно. Они могут имитировать любые суммы, могут просто заблокировать все расчеты. Наши геополитические противники могут вполне использовать все вот эти вот механизмы для того, чтобы вывести финансовую систему страны из строя. Стандарты одинаковые, механизмы схожи. Мощностей вычислительных у противника вполне достаточно для того, чтобы это сделать. В данный конкретный момент, слава богу, этого не произойдет, потому что все-таки цифрового рубля еще нет, и, надеюсь, не будет. Но в перспективе, там, если это будет запущено, реализовано в полном объеме и в горизонте там, 5, например, лет, именно это мы сейчас наблюдаем. Попытка провести закон, на основании которого это все будет реализовано. Я искренне надеюсь, что у наших депутатов, во-первых, хватит здравого смысла не принимать такой закон и вообще запретить всю вот эту вот аферу. Что касается наших граждан, то я полагаю, что у нас достаточно сил для того, чтобы этому активно противостоять.